Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки Wildberries и Озон. Покажу вам, как чищу свой увлажнитель воздуха. Давно обещала, итак, поехали. Покупочки Озон и Яндекс.Маркет. Так, давайте начнем с первого. Это у нас с вами Яндекс.Маркет. Это Зева, обычная классическая, трехслойная, 12 рулонов. Самая дешевая сейчас на Яндекс.Маркете. 286 рублей, по-моему. За 12 рулонов. Это вообще сказка, поэтому я взяла еще одну. Идет еще одна упаковка. Ну, дешево. Что, туалетная бумага нужна всегда. Всю жизнь. Вообще всегда. Так, это на Озон. 6 пачек, 720 штук за 400 с чем-то рублей. Была самая дешевая цена на именно детские салфетки. Вот такие вот без запаха. Я предлагаю посмотреть, потому что такие я беру первый раз. Давно не брала салфетки, как-то мы без них обходились, но все равно периодически вот салфеточка нужна. Поэтому взяла. Я сразу из коробки их достала на пункте выдачи Озон. Девчонкам коробку отдала, чтобы домой это все дело не таскать. Потому что нормальные, хорошие салфетки, большой размер. Вот, не полностью развернула еще. Абсолютно никакого запаха. Замечательно, вообще прекрасно пропитано, изумительно. Все отлично, понравились. Так, и дальше. Вот эта вот интересная баночка. Это у нас с вами AS Studio, они, по-моему, называются. AS Art Studio. Вот так. Этот бренд, я уже вам показывала, я брала топ. Вот теперь взяла гель. Его можно использовать как для наращивания, так и просто для покрытия. Решила, что если буду покрывать ногти гель-лаками, то пусть это будут качественные продукты, бренды хорошие. Отзывы великолепные, отзывы великолепные. Этот бренд представлен только на Озон. Насколько я знаю, на Яндекс.Маркете всего там несколько позиций. А не совсем бюджетный, но и не космический цен, то есть нормально. Вот эта баночка рублей 600, по-моему, если я не ошибаюсь с чем-то. Я взяла вот такое вот. А, это средняя вязкость и оттенок 01. Сейчас откроем с вами и посмотрим. Бренд не скрывает свой состав, что тоже радует, видите? То есть он написан на баночке. Это классно. Другие бренды, ну вот более дешевые, но они, тем не менее, все равно на слуху, они составы скрывают, потому что, ну, из хрени делают. Сейчас таких средств много. Вот здесь я читала, мне прям понравились отзывы, решила перейти пока на эти средства. В следующий раз буду делать маникюр, ну, может, недельки через две, пока отдыхают ногти, с обычным лаком хожу, с вот таким вот. Буду делать маникюр, буду делать вот именно продуктами AS Art Studio. Еще одна покупочка Wildberries – это Pink Magic. Почему, собственно говоря, именно он? Ну, во-первых, килограмм. Многие производители снижают вес товара, а здесь у нас все равно остается с вами целый килограмм. Во-вторых, удобная мерная ложечка в комплекте. И в-третьих, ну, просто гора возможных вариантов применения. Абсолютно универсальный продукт. Итак, открываем, сейчас все покажу. Вот так он выглядит внутри. Вот вы можете видеть удобную мерную ложечку. Ну, конечно, у нас здесь есть с вами zip-замочек. Что делает удобным хранение. Вот она ложечка, и как раз ей очень удобно дозировать. Сейчас у меня очень остро стал вопрос по уборке дома после Нового года. И я вам сейчас покажу, что мы будем сегодня делать. Конечно, первым делом мы кипятим воду. Нам нужен кипяток. Что мы будем с вами очищать? Ну, такая кастрюлька, которая как раз очень хорошо послужила в Новый год. Посмотрите, какие здесь загрязнения от жира. Вот их мы с вами и будем удалять. Не нагар, а именно загрязнения от жира. Видите? Вот так. Дальше пластик. Моя любимая овощечистка знатно потемнела. Вот тут особенно внутри ее мыть неудобно. Мы будем ее с вами погружать. Будет отдельная кастрюлька для пластика. Вот такая вот ложечка, очень удобная моя мерная ложечка. Она потемнела тоже от специй, видите? От куркумы, скорее всего. Но вот какие-то красящие специи, туда же она у нас пойдет. Потом эко-посуда от Faberlic. Но она безумно впитывает в себя тоже все цвета. Вот тут от апельсинов в основном, и она не отмывается. Мы на ней прям так и режем, как бы, но это не суть, вот именно вот эти загрязнения. И на обратной стороне загрязнения налет, который, видите, собирается прям вот по кругу. Там тоже очень тяжело все время промывать, поэтому мы с вами просто погрузим в Pink Magic и будем радоваться чистоте. Также вот такие две тарелочки, тоже именно вот этот вот налет, который скапливается, по, вот видите, по периметру тарелочек. И вторая такая же. Вот. Чтобы ничего не чистить, я собрала то, что мне нужно помыть, чтобы сделать это просто, чтобы сделать это быстро. Одна вещь, я вам показываю ее с изнанки, это скатерть. Скатерть, которая на празднике у нас, на Новый год, как раз лежала на столе, и вот остались тоже следы от пищи, следы от жира. Показываю, потому что они на изнанке видны лучше. Вот тут. Так. Камера плохо вам передает. Вот тут, видите, полоска. В общем, по всей скатерти их очень много, вот таких вот следов от жира. Мы с вами сейчас будем все это дело вот тут, вот такие вот они, желтые пятнышки. Мы будем все это дело вот тут, ой, прям сильно вот с этой стороны. Тут прям полоса, смотрите.
И вот тут вот идет прям полосой тоже точки. В общем, она вся у меня такая вот поюзанная уже. Она претерпела стирку при 95 градусах с порошком, но все равно пятна остались. Поэтому будем ее сейчас тоже замачивать. А вода, смотрите, что мы делаем. Мы выключаем воду. Успокаивайся. Здесь у нас будет кастрюлька отмокать, если поместится пластик. Кипяток насыпаем очень аккуратненько ложечку Pink Magic. Так как это очень мощное средство, работаем очень аккуратно, чтобы у нас из берегов вода, так скажем, не выходила. Сколько, на какое применение насыпать и как дозировать? У нас есть подробная инструкция сзади упаковочки. Если загрязнение сложное, конечно, мы либо повторяем процедуру, либо увеличиваем расход средства. По мне, так знаете, я всегда чуть больше кладу, я так люблю, чтобы наверняка, да, чтобы все у нас было чистенько и красиво. Я сразу погружать не буду, потому что я знаю, что у меня из берегов выйдет. Я вторую ложечку, двух ложечек вполне достаточно, чтобы почистить кастрюлю и пластик. Вот сейчас немножечко пошипит, успокоится, и будем погружать. Пока просто немедленного вмешательства требует сливы. Я сейчас и на кухне покажу вам как, и в ванной точно так же проведу профилактику засоров. После новогодних праздников это вообще актуально. Половину ложечки засыпаю в сливное отверстие. У меня тут такая маленькая кофеварочка, турочка. Набираю ей кипяток и выливаю. Оставляем на 15 минут и потом смываем водой из-под крана. Жировые отложения на трубах, остатки пищи, все это дело растворится, почистится, уйдет. Реакция до сих пор еще есть, поэтому мы с вами сейчас потихонечку погружаем сюда кастрюльку, насколько она у меня вместится, потому что у нее тут ручки, я думаю, будут мешаться сейчас. Вот так, да. Она у меня будет плавать. Я ее буду в процессе замачивания вертеть. Почему важно именно кипяток? Почему важно именно в момент реакции сложные загрязнения погружать в раствор? Потому что когда Pink Magic соприкасается с кипятком, начинает выделяться активный кислород. Именно в момент его выделения происходит расщепление сложных загрязнений. Поэтому вот таким вот образом. Если у вас какие-то деликатные ткани, деликатные материалы, тогда мы дожидаемся, когда реакция пройдет, разбавляем немножко водичку прохладной, чтобы у нас было не менее 60 градусов, да, но если нужно менее, совсем деликатный материал, делаем ее той температурой, которая позволяет этот материал. То есть реакция прошла, разбавили водичкой прохладной, погрузили деликатную вещь в раствор той температуры, которая необходима. Так, смотрите, видите, там бурлит все. Это уже расщепляется именно на загрязнении кислород. У меня выключено все. Вот, это уже вот потихонечку все бурлит, потихонечку все расщепляется. С посудой всегда и с пластиком очень быстро. Я пластик сейчас тоже вот сюда прям погружаю, еще, наверное, сейчас долью. Смотрите, все шипит, бурлит. Я прям тарелочки поставила в кастрюлю, накидала туда пластик. Единственное, вот эта тарелка не влезла, она пойдет у нас потом. Теперь у нас с вами скатерть. Выливаем кипяточек в тазик. 3 ложечки буду класть, потому что загрязнение у меня очень сильное, стирка с ними не справилась. Идет бурная реакция. И вот тут я прям сразу буду скатерть погружать. Тоже аккуратненько, потихонечку, чтобы у нас ничего не вышло за края. Вот так мы ее с вами замачиваем. Когда мы замачиваем стойкие загрязнения, у нас с вами ткань, одежда, скатерть и так далее должна свободно находиться в водичке. Я сейчас еще немножко воды подбавлю, наверное. Вот видите, пошла реакция, пошло шипение, выделяется активная пена. Если мы напихаем сюда целый таз одежды или вещей, пятна не будут соприкасаться в момент реакции с выделением активного кислорода, и эффект будет слабее. Нам нужно, чтобы вещь свободно плавала. Если вот есть какое-то определенное пятно на вещи, то мы этим пятном кладем вниз, то есть вот туда, где наша реакция самая бурная. Вот все пошло, все работает, все выводится. Смотрите, сколько уже пены. Я пока оставляю тазик. Смотрите, кастрюльку я уже вижу. Смотрите, что вот этот жир, он у нас с вами уже отошел. Вот он. Сейчас немножко ее поверчу. Пластик я уже вытаскиваю, тарелочки вытаскиваю, я уже вижу, что здесь все чистенько, ложечку вытаскиваю и кастрюльку с вами вытащим, погрузим уже вот эту тарелку. Вот, смотрите, какая красота со всех сторон, и внутри, где был у нас с вами налет, просто сполоснула и все, прелесть. И насколько посветлел, тоже просто сполоснула у нас с вами вот эта вот овощечистка. Весь налет, весь абсолютно везде удалился, чистенькая, беленькая. Кастрюлю вытащила, еще горячая, и здесь у нас вообще магия. Здесь у нас вообще магия. Смотрите, вот так рукой проводишь, и весь налет, и весь жир удаляется.
Сейчас я ее сполосну, смотрите, прям хоп, и прям пленочкой все отлетает. Прям отлетает пленочкой, уже вижу, какая она становится блестящей. Прям все вот под пальцами, прелесть. Девочки, у меня просто шок. Я сразу говорю, я ничем не чистила, я просто смыла с вот этой губкой. Ей подлезала вот где ручки, потому что там неудобно смывать. Вы помните эту кастрюлю до? Этой кастрюле около 8 лет. Смотрите, даже ручки, помните, какие ручки были? Все, весь жир отошел. Весь жир отошел. Вообще просто. И дно. Я не ожидала. Я его тоже не терла. То, что вот тут скопилось, оно все само отвалилось. Я абразивом никаким не терла. Только губкой. Представляете? Я в шоке вообще. Я все время забываю вам, девчонки, показать. Вы давно очень просите, как я чищу увлажнитель еще. Смотрите. Внутри здесь он, куда мы заливаем воду, абсолютно чистый. А вот тут место собирается налет. Вот как раз я набрала налета. И сейчас я вам покажу. Видите? Здесь тоже что творится. Это поддон. Да? Но так как у нас с вами пластик, мы будем делать все очень аккуратно. Берем Pink Magic, засыпаем. Я уверена в качестве пластика своего увлажнителя. Если вы не уверены, начинайте с воды градусов 60-70. Не надо прям кипящую бахать. Так, ложечку сюда засыпала. И вот сюда. Я просто уже так делала. Я знаю, что как бы пластик моего увлажнителя выдерживает. Еще сейчас пол ложечки. И сразу этот налет, он весь будет отходить. Прям кусками. Так, и смотрите, у меня водичка уже закипела, но я ее убавила, то есть она прям не кипяток, да? Потихонечку. Потихонечку, потому что я говорю, нужно быть уверенным в качестве своего пластика, иначе у вас увлажнитель треснет, а винить будете потом меня. Вот так, видите? Там все начинает шипеть. И вот сюда. Тут вот, все отлично. Я еще сюда сейчас подливаю водички. Вот так. И переверну увлажнитель, чтобы вот эта дырка у меня вот сюда тоже погрузилась. Все, вот так я его оставляю минут на 10-15. Больше не нужно, там все быстро отойдет. Будем смотреть. Прошло 10 минут, смотрим. Главным делом, чтобы вот тут вот было чисто, потому что тут вода находится постоянно. Видите, кусками все отлетело. Видите? Прям кусками. Все отлетает кругом. Я беру вот такую старую зубную щетку. Почему зубную щетку? Потому что есть такие узкие места. И вот так вот прохожусь. Видите, тут все кусочками прям вот так вот отлетает. Вот здесь, не знаю, сейчас посмотрим, попала сюда вообще вода. Непонятно. Она вроде вот отходит тоже кусками. Тяжело даже зубной щеткой подлезть. Ух, ничего себе. Смотрите, какие узкие. Видите, вот этот вот отошел. Вон он. Смотрите, вот так все отваливается. Сейчас вот так вот пошарудим как следует. Посмотрим, что у нас с вами получится. Вот куски легко отходят, в принципе, смотрите. Смотрите, какой результат. Ну, вау же. Вот тут очень тяжело было подлезть, но все равно подлезла. Ножичком немножко подковырнула, все отлетело. Тут прям вообще супер. И вот такой результат вот здесь. Ну, отличненько же, отличненько. А почему как бы этот налет образовывается? Потому что вот он, видите, вот он, куски. Потому что мы пользуемся водой из-под крана. У нас в сутки уходит 5 литров. Он работает практически постоянно в холодное время года. И покупать воду на ней можно разориться. Поэтому у нас вода из-под крана, естественно. Образовывается налет. Вот почаще, так раз в месяц, если делать, то вообще все будет идеально чисто. Но, опять же, смотрите, аккуратнее с пластиком. Какой у вас пластик увлажнителя, я не знаю. И тарелочка, которая уже там закисла, тоже заметно-заметно посветлела. Все, сейчас закидываем в стирку скатерть. И потом покажу вам результат. Стираем на обычном режиме. Что, девчонки, вот постиралась скатерть, я ее прям на дверь кухонную повесила, чтобы показать вам целиком, что ни одного пятнышка нет. Постиралась и уже высохла. Вот где были желтые, я уже не вспомню, но нигде и намека нет. Тоже изнанкой вам показываю, потому что на лице там такой ляпистый рисунок, не очень видно. Смотрите, все вывелось, вот абсолютно все. Нигде, нигде ни одного желтого пятнышка и намека на них нету. Всю скатерть вот вам показываю. Супер. Реанимировала. Ну что, Pink Magic, как всегда, справился на ура. Безопасный, экологичный, бюджетный. То есть за килограмм очень бюджетная цена. Многие производители сейчас снижают вес продукта, еще и цену повышают. Но обратите обязательно внимание, что 2 килограмма еще выгоднее покупать. Универсальный. Я вам показала кучу способов применения, потому что под последним роликом вы спрашивали, как еще можно применять это средство? Вот смотрите, сегодня я вам прям много способов показала, интересных, особенно про увлажнитель воздуха. Я знаю, вы очень давно ждали. Так что покупайте средства по ссылочке под видео и наслаждайтесь чистым домом.
Вайлдберрис, это у нас пластилин, 60 цветов, очень бюджетно, 300 с небольшим рублей за такое количество, прям вообще. Так как сейчас сидим по большей части дома, нужно как-то развлекаться, да? Поэтому вот такой вот пластилинчик. Он классный, он мне нравится, он мягкий. Здесь есть в комплекте пакетики где-то должны быть. То есть поиграли в пакетик, убрали. Но у нас, как правило, это расходный материал, дети разбрасывают везде. Ну, в общем, тут где-то должен быть пакетик. Тут есть ножи, я видела, да, вот они разные, фигурные. Всякие можно вырезать, можно интересные штучки делать. Ну, в общем, штука классная, мне нравится. Мы такой берем часто, практически постоянно, чтобы всегда дома был. Развлекаемся, дети очень любят. И еще Wildberries, это такой лонгслив детский взяла Кристюша, очень симпатичный, бежевый. Совсем тоже бюджет на 200 рублей где-то, девчонки. А коричневый на 110-ку взяла, пусть лучше будет с запасом, если что. А дальше у меня фита лампа, розовая лампа для рассады. Я уже приготовила. Смотрите, тут в комплекте 500 рублей она где-то была. Тут в комплекте, смотрите, даже на балдажник вот этот положили. Провод должен быть. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим. Я на пункте выдачи не открывала, не проверяла, работает или нет, потому что прям галопом по Европам. Фитолампа для растений. Томаты черри будем с вами снова выращивать. И вот такой набор бутылок. Вот очень классный, красивый. 600 рублей. 600 рублей. Мне понравился безумно цвет. И здесь три бутылки в комплекте. Я открыла на пункте, посмотрела. Они там все внутри, вот в этой вот большой. Давайте доставать, смотреть вместе с вами. Так, смотрите, вот так выглядит лонгслив. То есть длинный рукавчик. Он такой тоненький. Он прям на лето, на вечерочек там, ну или в садик ходить. Очень приятный принт. Очень приятный. Это набивной рисуночек. Футболки, кстати, которые с Дедом Морозом мы брали, я их постирала, ничего не случилось с ними. В общем, дешево и сердито. Мне нравится, красиво. Так, дальше по бутылочкам. Тут вот эти вот две трубки, их потом вставлять, наверное, будем. Они отдельно были. Вот она сама огромная бутылка. Здесь у нас с вами 2 аж литра, представляете? Внутри идет поменьше. Это на лето, вот куда-то на пикничок, там компотик налить, что-нибудь такое. Тут даже веревочка вот есть. О, какая веревочка. Это, наверное, для вот этой бутылочки, для средней. По идее, там должна быть еще одна. Что-то гремит. Совсем такая маленькая. Так, у средней бутылки у нас с вами объем 900 миллилитров. Литр, короче говоря. Так, а сейчас мы ее открутим. Тут у нас третья бутылочка. Малышка, ну не совсем, кстати, малышка. Для велосипедов подойдет. Она и вот эта подойдет. Да и вот эта тоже. Здесь у нас фокус 500 миллилитров. Вот так. Вообще мне понравился очень классный дизайн. У большой бутылки ручка. А здесь у нас получается с крышкой. Вроде в отзывах пишут, что достаточно герметичная. Смотрите, какой тут замок. Я даже одной рукой его не открою. Вот сюда как раз вставляется трубочка. То есть хочешь с трубочкой, хочешь без. Я думаю, это как кому удобно. Даже не открою, представляете, как крепко. Так. Ух, вообще очень крепко. Вон оно как. Тут надо было нажать, в общем, и оно все это дело открывается. Вот здесь есть трубочка. Да, так что эта бутылка тоже у нас исключительно с трубочкой, хотя вот тут вот дырочка какая-то. Ну нет, с трубочкой, наверное, без трубки ее нельзя. А вот это уже без трубочки. Обычная такая маленькая, знаете, такой вот тактильно приятный материал такой. Пластик, но плотный. Очень плотный пластик. Мне набор прям очень понравился. Цена такая была привлекательная. Поэтому, конечно, да. Здесь такая же, кстати, система. А, нет, по-другому. Но тоже кнопку нажимаешь, и крышка открывается. А все достаточно плотно. И просиликонено везде кругом. Поэтому, я думаю, протекать не должны. Так, что теперь по фитолампе? Смотрите, как она выглядит. Вот такая вот интересная. И в маленьком пакете, оказывается, представляете, была гирлянда светодиодная в подарок. Судя по всему, здорово. Так, вот он на балдажник. Вот она сама лампа. Вот так вот выглядит. Сейчас попробуем ее с вами включим. Тут пультик, какие-то режимы интересные. Таймер даже есть. Класс. Слушайте, ну все работает. Все отлично. Отставила в розетку. Включила ее. Вот он пульт, допустим, поменьше. Вот, видите, тускнее становится, поярче. Таймер, вот он, но тут мы никак не узнаем, как бы. А так работает. Все работает, мне нравится, отличненько. Ну и на этом все. Мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе и на Pink Magic. Всех люблю, целую, всем пока-пока.